Таманская, 24. Ни ограждения, ни паспорта объекта. В общем, ничего из того, что напоминало бы о законном строительстве. Рабочие торопятся, судебная машина неповоротлива. Пока судьи разберутся, самострой будет готов. Сергей Сергеев вызывает своего заместителя, в подчинении у которого муниципальный контроль. Вопрос: где была служба, когда стены будущего дома поднялись выше третьего этажа? Почему 18 марта только в суд отправлено заявление? Почему не на момент вывода второго этажа на третий колонну? У меня все бумаги есть. Какие бумаги? Вы в полицию обращались? Вы в прокуратуру обращались? Покажите мне копию ваших бумаг. Сейчас проверим. А? Нет. Нет? Ну все, ответ один. Видели, знали, пытались, не аргументы. Если самовольщина процветает, собрать оперативный штаб, не отходя от самостроя. Призвать все службы, которые обязаны контролировать ход работ. Например, Ростехнадзор. Где он? Он что, сегодня соблюдает все нормы безопасности? Ну, да нет, вы посмотрите на вот этих чудаков, которые на площадке, и посмотрите, куда он загнал. Да. И сейчас, чтобы Ростехнадзор здесь был и проверил аттестацию, когда он проходил последнюю аттестацию, этот подъемный механизм, имеет ли он право работать и чей он такой чудесный. Жители соседних домов с тревогой смотрят на строительство. Волнует прежде всего безопасность. Нас очень интересуют жители, что это, потому что вообще-то уже привыкли к этому, что по городу везде таблички, это правильно. Если мы там знаем хотя бы что, где, и мало ли что случится, кому-то претензии, да, какой-то телефон. Но паспорта объекта здесь не появится. Глава города требует остановить стройку и добиться через суд сноса.